Всем приветик! Рада вас приветствовать на моем YouTube-канале. Сегодняшний влог будет посвящен приезду в гости мамы мужа к нам сюда, в Тбилиси. Сегодня у нас прохладная погодка, ветер. Как-то немножечко странно, надеюсь, погода наладится, а мы их уже ожидаем. Они уже подъезжают. И в этом влоге я буду показывать, чем мы будем заниматься, куда будем ходить. В общем, большой влог приезда мамы. Ура! Так, вот они идут. Заходит, куча вещей несут. Так, ожидаем. Сильно-пресильно ждешь? Сейчас придут. Открывай дверь. Милочка. Привет. Это мой сон. Это мой сон. Вика Байкер, привет. Вика Байкер. Приветики. Тю-рю-рю. Кирилл с Владиком решили чуть поэта. Приветики. Дамочка, покажи хрюшку. Кузика молодец. Давай для блога помашу. Вика помашу. Вика помашу. По традиции первый день у нас всегда шопинг. Не без покупочек. Самое главное. Это слов. Давай я вас фоткаю просто. Я хочу всех. А ты уже все съел? Скажи, что ты это там. Еще. Пожалуйста, дали, да. А еще есть курицы там что-то заказали. Да. Ты чекмируль заказал? А, ну я же говорю, чекмируль. Да, он чекмируль. Курицу тушеную в соусе. Приехали в Вестпойнт на шопинг, разбрелись по магазинам. То, что хочет купить. Я заходила в Зару, в Страдивариусе. Мне понравилась леопардовая кепка. В общем, сегодня такой у нас получается шопинг-день. Еще хотела зайти в Лукабалари, поесть мороженое. В общем, все по стандарту. Смотрите, самое вкусное мороженое в Грузии – Лукабалари. Просто потрясающе. Я взяла вкус, называется тартуфа, молочный шоколад и фундук. Это потрясающе вкусно. И смотрите, как в Вестпойнте красиво. Сегодня уже третий день. Ездили в торговый центр Вестпойнт, и у нас был немножечко шопинг-день. Купили футболки. Вот они на мне, вот такая. И покушали мороженое, погуляли и поехали домой. Сегодня я уже сгоняла на маникюр. Мы прогуляли Милочку на игровых автоматах. Вот Милочкин подарочек. Там еще Милочкин подарочек. И сейчас будем сидеть в кофейне, отдыхать и балдеть. Приехали с Викой в радиокафе, естественно, в наше любимое. Нам сейчас будет очень вкусно.
Что, ты довольна шопингом? Я настоящий год. Угу. Аккуратно. Идем далее. Идем далее. Теперь. Искать Наташки. Идем Наташки искать кроссовок. Угу. Я себе затарилась, блин, а, типа в Заре. Мы тут на пикничок выехали в парк центральный. Здесь, конечно, супер удобно и комфортно. Вот Милюха пойдет играть в парк. Мы сейчас перекусим. Тут хачапурки всякие. И потом засядем поработать. И вечером поедем домой. Короче, открыли для себя вот такое место прикольное. Ой-ой-ой. Кирюша! Посмотри на Милин нос. Кеш, мороженка. Ту-ру-ту-ту. Так, у нас мороженка. Давай. А я снимаю на видео. Мы приехали в парк Гордыня Шеварнадзе. Это просто уже прелесть, Милюш. Только не рви ничего. Красота какая. Да, вот такой цветок был. Ну что, пойдем смотреть. Входной билет стоил 5 лари. Дети до 6 лет бесплатно. Ну что ж, посмотрим. Милочка, помаши, я на видео снимаю. Эти, да. Кувшинки? Да. И рыбоньки. Ух ты, да тут лазить и лазить, да? Классно. Ани, а как воды, да? Вау, вот это красота. Thank you.
Сегодня последний день отпуска мамы. Сегодня вечером она уже уезжает. Мы поехали прогуляться в парк. Погода сегодня чудесная, прекрасная. Вон там фонтанчик вот такой классный. Милочка там с Викой, вон они сидят. А Мила ее фоткает. Так, что там? Такая погодка сегодня вообще шикарная, да? Угу. Место встречи изменить нельзя, мы опять в Лукополаре едим мороженое. Я еще была. Угу. Мы купили платья одинаковые. Пока-пока, хорошей папа. Дороги. Давай. Давай. Любим пошла, тебя. Да? Я тебя обожаю, Вика. Пока-пока. Давайте. Поцелюльчики. Все, Кирюшечка, помогай. Все, Викуль, давай, пока. Хорошей пока, дороги. Вика, хорошей тебе дороги. И приятных тебе дней. Приятных дней тебе. Пока. Пока.